Доброго времени суток, дорогие спецназовцы. Здравствуйте. На связи Наталья Жукова. Здравствуйте, гости нашей встречи. А как меня слышно, поставьте, пожалуйста, десяточки. Я рада вас приветствовать в Подмосковье. Вижу здесь разные регионы у нас. Это очень радует, потому что наше дело, оно международное, оно не имеет каких-либо границ. Мы обнимаем, приветствуем всю планету. Вижу ваши десяточки. Благодарю. Благодарю. Хотелось бы узнать, есть ли на данной бизнес-встрече, встрече по стратегии команды спецназ MLM, есть ли у нас гости, то есть те люди, кто с нами впервые, либо те люди, которые только подключились к нашей теме, ставим семерочки. Давайте мы вас поприветствуем. Я с вами поделюсь удивительной информацией. Семерочки пошли. Благодарю. Владимир, Алексей, здравствуйте, Татьяна, Юрий. Отлично. Отлично. Это те гости, которые, возможно, с нами вот первый раз, да, либо пришли новички наши, чтобы погрузиться более подробно в тактику и стратегию нашей команды. То есть мы сейчас именно об этом разговариваем, потому что в 19 часов у нас будет полная презентация непосредственно в рамках как бы всей нашей корпорации. Первый ролик, да, то, что я вам поставила, это не просто так. Дело в том, что объединение, скажем так, людей, да, сейчас проходит красной лентой у нас и в интернет, в общем-то, и на земле, и об этом даже советуют, да, это советуют делать, объединяться друг с другом, ну, ведущие финансисты и экономисты. Почему? Да потому что очень много людей сейчас в кредитных ловушках. Очень нас профессионально подсаживают на вот эту кредитную иглу и ипотечную иглу. Очень все здорово, да, рассылают карточки вплоть до, прям домой, в общем-то, в конвертике и студентам, и всем, кому не лень. Очень здорово это все срабатывает. Другой вопрос, что произошел, скажем, мировой кризис, и от этого не уйти, и потребительская способность населения, она снизилась на 50%. Это тоже говорю не я, это говорят специалисты и финансисты. И людей массово начали увольнять с работ, с рабочих мест. Соответственно, человек ну, задумывается, да, как бы за голову берется, а что делать, а кредиты нужно платить, а работы нет, работа отсутствует. И, собственно, даже если здесь вот в этом плане все хорошо, нужно жилье, которое сейчас не приобрести, работая в найме. Поэтому очень много людей сейчас обращают внимание на интернет, потому что интернет – это деньги со скоростью мысли, скажем так, да, это огромные денежные потоки, огромные возможности. Другой вопрос, как бы нам не потеряться, да, вот в этих вот потоках, скажем, не заблудиться и не сделать так, чтобы мы попали в пылесос, который высасывает с нас деньги, а попали именно действительно в достойную, удобную и доходную систему заработка. То есть мы будем с вами сейчас рассматривать именно такое взаимодействие, то есть бизнес со скоростью мысли, бизнес, в котором для вас безграничные просторы, нет никакого потолка в плане зарабатывания денег, то есть потолка в доходности. И бизнес, который легальный, прозрачный, высокодоходный и полностью автоматизированный. И на минуточку посмотрите на эту цифру, 99% денег партнерам. А что это говорит? А это говорит как раз-таки о том, о чем я вам говорила изначально. Мы объединяемся, друзья, для того, чтобы помочь друг другу выровнять свое финансовое состояние, увеличить свое финансовое состояние и даже, возможно, для амбициозных людей изменить историю своего рода. Потому что в нашем бизнесе это действительно возможно, и мы сейчас с вами это просмотрим, просчитаем, да, и я очень надеюсь, что мои приглашенные, те, кто сейчас со мной на связи, те, кто с нами в конференц-комнате, они помнят такую науку, как арифметика, и, ну, где-то, наверное, умеют пользоваться калькулятором. А еще я очень надеюсь, что вы умеете анализировать свою жизнь, да, то есть, ну вот прожито столько-то лет, что, собственно, достигнуто за это время, что позволило ваша занятость, в которой вы сейчас находитесь, насколько она позволила вам, ну, приблизиться к каким-то вашим действительно нормальным целям. То есть не цель айфончик купить, а цель, например, обеспечить детей жильем там, ну, если даже сами, если у вас есть свое жилье, да, цель отучить детей в хорошем, перспективном месте, потому что куда ни коснись, везде нужны деньги. И я думаю, что вы со мной согласитесь. То есть даже не то, что там цели, а качественно покушать и одеться, на это тоже нужны деньги.
Поэтому люди приходят на просторы интернета, и они, конечно же, попадают в различные как бы темы, да, которые, ну, скажем, забирают время, а частенько забирают деньги и нервы, а в итоге ничего не дают, ничего не приносят. То есть люди оглядываются назад и понимают, что, боже мой, а куда я вообще, где я был, да, и что у меня получилось. Мы сейчас с вами будем рассматривать бизнес, который организовали обычные люди. Ну, как обычные? Люди с амбициями, люди с предпринимательским складом ума, то есть лидеры MLM-индустрии, интернет-предприниматели, которые имеют многолетний опыт работы в сети, интернет, которые умеют считать, просчитывать маркетинг-планы и реально понимают, где план денежный, а где план просто, знаете, вилами по воде, как говорится. Вот наша тема, она была организована такими людьми 13 января 2015 года, как социально-экономический проект, которых очень много сейчас в интернете. Они возникают каждый день, там 2-3 месяца они испаряются куда-то, а те же самые создатели уже другое что-то формируют другим названием. Так вот, наша тема, она выдержала все вот, как бы, скажем так, испытания, да, она шлифовалась все это время, и уже вот год и 5 месяцев люди работают, развивают и, скажем, отшлифовали алмаз, который превратился в бриллиант. И вот этот бриллиант, он с 3 июля 2015 года работает официально. То есть у нас официальная регистрация. Мы зарегистрированы на Сейшельских островах. Наша компания платит налоги, платит раз в год. Мы работаем в легальном бизнесе. Такая регистрация, она не случайна. Наша компания, она в интернет. То есть у нас онлайн MLM-компания, у нас платформа, которая позволяет любому человеку выходить на совершенно колоссальные доходы. И так как компания как таковой прибыли не имеет, но я вам показала цифры 99% сети денег, то, соответственно, выбиралось налогообложение мягкое, такое, чтобы, как говорится, без напрягов, да, люди умеют считать деньги. Поэтому вот с этим вопросом мы определились. Не случайно вообще тема законности, да, и легальности, потому что мы, когда приходим в бизнес, точнее, мы приходим за большими деньгами, а большие деньги – это бизнес, именно слово «бизнес», это не просто подработка там, да, какая, то мы всегда должны, как бы нам хочется, чтобы у нас это было стабильненько, да, вот по нарастающей. То есть мы понимаем, что бизнес, он дает как бы нарастающие деньги. И, соответственно, нам хочется, чтобы эта тема существовала и существовала дальше. И поэтому вот такое вот решение, оно позволяет нам, по крайней мере, как бы видеть то, что проект, он будет существовать не один год, и вот эта корпорация, она создана не на месяц, а на года, понимаете? Поэтому вот здесь вот есть некая надежность, да, хотя я вам могу сказать, что, ну, зарегистрированные компании совсем не обязательно, что они будут работать долго-долго, да, кому... ну, как бы различные бывают моменты, я думаю, что у кого-то такой был опыт. У меня у самой был опыт сотрудничества с компанией, которая легально работала в России, и, в общем, через 3 года свернула свою деятельность. Дело не в этом. Дело в том, что нам все равно нравится легальность и законность, да, деятельности нашей компании. Если мы хотим платить сами налоги, значит, мы оформляем индивидуальное предпринимательство и оплачиваем налог в своей стране. Это наша полная, как бы, скажем так, в нашем ведении, да, хотим делаем, хотим не делаем. Далее, у нас коллективное управление, то есть у нас гарантия надежности, у нас нет админа и президента, нет того человека, который решает быть или не быть теми, выплатить или не выплатить деньги. У нас наш совет директоров состоит из 10 человек, и эти люди коллегиально решают какие-то вопросы, которые только на благо партнерам. А сами они являются партнерами и зарабатывают деньги как партнеры, то есть по маркетинговым стратегиям. И это к вопросу о том, собственно, какая выгода, да, людям, которые создали эту корпорацию. А вот выгода самая, что ни на есть классная. Они создали это для своей команды изначально, для того, чтобы не ходить больше по каким-то темам, которые закрываются, деньги не выплачивают, которые в теории только показывают деньги. Они сделали лучший механизм для себя любимых, да, а теперь уже, в принципе, для всех людей на просторах интернета. У нас есть очень классная вещь, на которую обращают внимание люди, когда они приходят рассматривать заработок в интернете. У нас мгновенный вывод денег. Платежные системы Perfect Money, Advanced Cash – это те системы, которые позволяют апеллировать большими суммами денег, классные, надежные системы. И у нас вывод денег из кабинета инстантом за 2 минуты. То есть
Совершенно вот четко, в любое время суток у нас есть записи, да, как мы выводим деньги, это можно все посмотреть и проверить, а лучше проверить уже, как говорится, в своем действии. Щедрый, простой и легкий, полностью автоматизированный маркетинг. А у нас маркетинговые стратегии. На первый взгляд они их покажется много, да, как бы, но они настолько мудро прицеплены друг к другу, на полном автомате запускают одна другую, и мы сейчас с вами как раз-таки пройдем. Доступный вход, достойный выход. Вот что я хочу сказать. У нас есть тактика работы тремя зеркальными кабинетами. Вот три зеркальных кабинета – это активация трех классов эконом, то есть в каждом кабинете свой класс эконом. Это полный доступ к бизнес-кейсу, который у нас есть, да. Бизнес-кейс, я сейчас проговорю, вот все то, что я вам сейчас буду говорить, это как бы составляющий бизнес-кейса. Так вот, человек сразу получает, скажем так, три бизнес-кейса, да, он активирует свой класс эконом, и это три кабинета. Вот мы сейчас с вами посмотрим стратегию входа одним кабинетом, то есть более доступному, доступную каждому, в общем-то, человеку, да, потому что, еще раз повторюсь, ну, ситуация финансовая, она не настолько прекрасна, как она кажется, потому что мы общаемся со многими людьми, и люди навкладывались в эти а-ля инвестиции, да, очень многие потеряли денег, поэтому мы будем рассматривать вход за $25 на активацию одного кабинета и одного бизнес-кейса. И как нам в процессе уже сактивировать второй и третий, мы с вами поговорим и посмотрим, что, в общем-то, для нас какие прелести в этом. Достойный выход, опять же, по деньгам сейчас пройдемся обязательно, посмотрим стратегию. 99% распределения денег, я сказала, антикредитная программа. Что это значит? Это значит, что в кабинете есть функция, которую можно активировать каждому партнеру. То есть сделать так, чтобы деньги накапливались, чтобы они не выводились сразу на кошелек, и мы как бы не смогли их сразу вывести и потратить. То есть это как бы копилочка, тоже каждый партнер, он сам для себя решает, в общем-то, использовать эту функцию или нет. Это не говорит о том, что за вас закроют кредиты. Нет, это говорит о том, что у вас будет возможность скопить деньги, которые выводятся на кошелек. Все получают одинаково, маркетинг един для всех. Совершенно для всех одинаково срабатывает автоматизация. Одна работа, тройные выплаты. Это как раз-таки три зеркальных кабинета, о которых я проговорила. Один заходит, получает несколько партнеров. Мы колоссально отличаемся от матричного маркетинга, где заходит 5 человек, а получает один партнер. Да? То есть мы сейчас с вами опять же это все пробежимся, посмотрим. Одна работа, множественные источники дохода. Работая в одной программе, в которой мы изначально активируемся, у нас автоматом запускаются все остальные источники дохода. Их 14 и... маркетинговых стратегий, да, плюс интернет-магазин под ключ. И причем интернет-магазин с очень интересными авторскими работами из серебра, которые мы можем продвигать и получать дополнительно процент за товарооборот в этом магазине. Это как составляющий бизнес-кейса наши. Далее. Отлаженные стратегии работы. Стратегия работы команды спецназ, именно вот на этой встрече вы сейчас присутствуете. Показываю стратегию чуть позже на следующих слайдах. Накопление, роскошные подарки. Есть у нас один источник дохода, который тоже запускается автоматом, в которых не только деньги, но еще и подарки. То есть и техника, и автомобили, тоже сейчас посмотрим. Высокая функциональность кабинетов. Знаете, я видела, ну, опять же, многие кабинеты, и когда я подключилась к корпорации, меня просто вызвал восторг этот кабинет, настолько функциональный и продуманный именно с позиции командного бизнеса. А настолько там все данные, да, все, что нужно для связи с верхней оплинией, с тремя спонсорами верхними, настолько видно данные твоих партнеров, и получается так, что кабинет, ну, по стратегиям очень и очень удобный, да, чтобы посмотреть стратегию каждого партнера, в каком он классе, результативность, да, его работы. Минимум текста, крупные кнопочки там, где нужно. Никаких ненужных эмоций, как это бывает в некоторых кабинетах. То есть, ну, очень удобно еще и радующий глаз, да, интерфейс такой приятный. Высоко технологичный CCL-защищенный сайт. Данные наших партнеров, они защищены. Далее, есть очень классная фишка, которую необходимо рассматривать, когда вы подключаетесь к теме, к любой теме в интернет. К теме, в которой предполагается подключение партнеров вами, создание команды. Потому что
Самая ни на есть маломальская приличная тема, она по-любому предполагает построение команды. Нет никаких волшебных кнопок зарабатывания денег хороших без приглашений и без уважений. Такого нет. Это рекламные ходы, это собирание подписной базы и все прочее. Вы можете поработать на буксах, да, сутками работать, кликая. Ну, хорошо, если вы там, я не знаю, 100-200 долларов в месяц заработаете. Мы сейчас будем говорить о других деньгах, потому что 100-200 долларов в месяц, сколько нам нужно будет копить, опять же, на цель. То есть вот обучение партнеров, чтобы они сами умели уже работать со своими командами, общаться с людьми, чтобы они росли как личности и как интернет-предприниматели, вот это должно быть обязательно в любой теме. Всегда, когда общаешься, спрашиваешь, а что у вас есть еще, кроме денег? А насколько вы относитесь к человеку как к личности, да, а не как к человеку с кошельком? Потому что, ну, такие моменты, они во всяких вот в этих инвестициях, да, там нужен человек, не человек, а деньги ему нужны, да, то есть там как бы как такового акцента на развитие человека никогда не бывает. Так вот, у нас школа новичка, у нас школа лидера, у нас школа по открытию способностей технического направления, например, да, по работе с какими-то программами. То есть различные вот такие вот интересные школы у нас постоянно какие-то мероприятия. Бывает так, что конференц-комната вообще не закрывается. Далее. У нас помощь и поддержка лидеров. Наш совет директоров, он всегда с нами на связи. Это не просто, знаете, президент компании, который где-то там за рубежом, до которого не достучаться, не дозвониться, и вы никогда не узнаете вообще на самом деле, как дела происходят в компании. Никогда. Как говорится, верха все знают, а не за пашут, а компания уже, собственно, свернула свою деятельность. Частенько такое происходит. Квалифицированная техподдержка на сайте. Интернет-магазин под ключ, я вам проговорила. Сейчас в интернет-магазин еще будут добавляться интересные вещи. Большая библиотека с электронными товарами. Вот это та сокровищница, которую собирал совет директоров в те 10 годах, ну, пока они развивались в интернет. А теперь они дали нам все эти курсы, тренинги, софты, программы в наше пользование даром. То есть у каждого партнера в кабинете есть библиотека, в которой он может скачать материал. И люди даже подключаются к нам в корпорацию, ну вот только даже из-за этого. Потому что большинство вообще нормальных вещей, они как бы стоят денег в интернет. И здесь ничего не попишешь, как говорится. Итак, давайте смотреть, наконец-то, да, как происходят заработки, что значит стратегия команды спецназ, и как можно войти в корпорацию, вот суммой, вот такой вот смешной, почему говорю смешной? Да потому что, когда мы говорим о бизнесе и о хорошем доходе за короткое время, ну, нужно сказать, что 25 долларов – это совершенно ни о чем. Почему я говорю? Да потому что не дадут мне обмануть вас предприниматели, которые работают традиционно, покупают франшизы на земле. Если я вам сейчас скажу, сколько стоит франшиза Макдональдса, да, то... ну, у вас, возможно, даже такая сумма в голове просто не уместится. То есть это когда бизнес на земле открывает. Мы открываем бизнес в интернет. Бизнес удобный, который мы делаем в тапочках, с чашечкой кофе. А бизнес, который позволяет делать его в любом месте, где я и компьютер, и интернет. То есть вот мой офис, мое рабочее место там, где я захотела. Захотела на диване, захотела за столом, да. Захотел в самолете, ну, где угодно, как говорится, да, где есть доступ к интернету. Ну, самолет это, может быть, я, конечно, преувеличила, но, по крайней мере, даже в путешествиях где-то, в дороге, все это возможно делать. Бизнес со скоростью мысли. И вот нам предоставляют готовый бизнес, то есть нам предоставляют бизнес под ключ, в котором нам нет необходимости что-то просчитывать, бухгалтерию вести, логистику считать, доставку товара делать, ехать куда-то на какие-то склады, да, выяснять, где что, ну, короче, мониторить. То есть у нас очень удобный, очень продуманный для каждого человека вариант. А 25 долларов – это подключение к нашему бизнесу, это цена бизнес-кейса, то есть мы продвигаем наши бизнес-кейсы вот тем наполнением, о котором я вам сказала. То есть это те ценности, которые для себя рассмотрел человек и приобрел бизнес-кейс, активировав при этом золотой утроитель. То есть он заводит в кабинет 25 долларов и активирует золотой тройничок наш, да, вот этот. А когда он сактивировал, все, у него в доступе все школы закрытые, да, у него в доступе, собственно, вся команда, да, в доступе рабочие чаты,
мы развиваем своих людей, да, с интересными материалами, библиотека, да, интернет-магазин, все это у него уже в доступе. Что он делает? Он дальше продвигает бизнес-кейс, он приглашает человека, открытого к информации, послушать систему, которая будет за этого человека говорить и показывать. То есть у нас наши новички, они не предоставляют бизнес, не презентуют его. То есть они приводят людей вот на такие встречи, либо на встречи в скайпе, есть групповые разговоры в командах. И человек уже делает для себя выводы, а стоит ли мне тратить мое драгоценное время здесь, потому что тратить деньги, а здесь я вообще как бы, для меня это просто, ну, настолько смешной вход, потому что я, ну, я знаю, сколько входа стоит в MLM-компаниях. Вот, поэтому он пригласил человека, тот сказал, да, я иду. Анечка сказала, я иду за тобой, короче, мне тоже нужны деньги еще вчера, и она активирует свой золотой тройничок. Вам вот эти $25, которыми она сактивировала, они к вам пришли в накопительный баланс. Она сактивировала второго человека, и, то есть подключила второго партнера, и $25 они пришли в накопительный баланс. И, накопительный баланс именно к вам. То есть это получается так, что у вас $50 на счету. $50 на вашем накопительном балансе. Вот эти деньги запускают весь ваш бизнес, для того, чтобы вы зарабатывали на цели. То есть вот эти $50 запускают весь остальной механизм автоматизации. Робота запускают. Скажем так, вот образно, как бы простым языком. То есть вот эти $50. Далее. Вы приглашаете третьего партнера, и получается, что третий партнер Олег тоже оплачивает свой золотой тройничок за $25. И вот эти $25, они позволили вам реинвестироваться. То есть вы встали опять на верхушечку своего золотого утроителя. Он как бы активировался опять. То есть вот эти 25, это для вас активация, их заработал верхний наставник. Далее, что, собственно, мне, какие дальше выгоды? Да, вот сейчас мы с вами будем смотреть, что значит деньги на жизнь, что значит деньги сразу же на вывод. Вот смотрите, если вдруг у вас возник четвертый человек, потому что у нас первая линия, она неограниченная, возник четвертый человек, он регистрируется по вашим же реферальным ссылочкам, причем вы даете сразу ссылки трех кабинетов. Но человек может оплатить только один только утроитель, в одном только кабинете. А если есть возможность, он оплачивает второй и третий, это 75. Но мы сейчас смотрим нашу стратегию, тактику нашей команды. Вы приглашаете, допустим, четвертого человека. Его $25 опять попадают к вам на первое место в ваш тройничок. Вот с них $10 спишется программой на спутник, если вы сразу, да, не сактивировали, вот вы можете, в принципе, это ваше право зайти и сактивировать на 35, да, то есть сразу спутник. Если вы не сактивировали, значит, программа спишет $10. $15 приходит к вам на кошелек на вывод. Сразу выводите и тратите, как вам хочется. Далее, вы пригласили, допустим, пятого человека. Вот его 25-ка, она к вам войдет на второе место вашего тройника. Это $25 на вывод. Вот если вы активны вторым и третьим кабинетом, если вы его сактивировали, значит, вы их тратите. Если нет, значит, вы делаете так, чтобы у вас пошел тройной поток денег при одной и той же команде и еще и возможность заработать подарки. Потому что в спутнике, там условия минимум 3 партнера за собой и 3 аккаунта активны. Так вот, дальше, допустим, Анечка тем временем пригласила тоже трех людей. Она же пришла в бизнес не просто поселить, она пришла зарабатывать деньги. Она пригласила двух людей, она к вам прилетела в бизнес-класс, для вас это деньги. Она пригласила третьего партнера, она пришла к вам, например, вот сюда. Вот, то есть у вас свободное место в тройничке, третье. Она к вам пришла, вот эти $25, при которых подключился ее третий человек, который не деньгами, эти денежки, они позволили вам реинвестироваться. То есть это третье место тройника, и для каждого это реинвест. Для каждого. Это не только для вас. Это для ваших всех партнеров по всей вашей команде. Третье место заполнения тройника – это реинвест. Получается следующее, что даже не ваш шестой человек, а вы там, допустим, пять пригласили. Или же вы пригласили трех людей, и ваши люди, они вот, вы как бы, они активно сработали, сразу тоже пригласили трешечку. И вот они пришли к вам все реинвестом со своего третьего партнера. И эти 25-очки, они попали в ваш тройник на свободное место слева направо.
И вот таким образом наши тройники, они крутятся бесконечно и каждый раз приносят вам по 50 долларов. А, то есть заполнились две первые ячейки, даже первая, вот одна заполнилась на 25 долларов, выводим, они будут на кошельке эти деньги, на кошельке на вывод выводим и тратим. Заполнилась вторая ячейка, да, либо ваш личник пришел к вам реинвестом, либо вы пригласили партнера. То есть когда я разговариваю, да, с людьми, я спрашиваю, вот у меня сейчас, допустим, такая ситуация, я сейчас приглашаю вас в бизнес, я зарабатываю 100% за приглашение, то есть от той суммы, с которой вы сактивируете. У меня три кабинета, у меня тройник в каждом из трех кабинетов в состоянии, что у него заполнилась только первая ячейка. Я вас приглашаю, у меня 75 долларов на счет на вывод. При всем при этом у меня строится бизнес дальше, да, то есть это не такой момент, что вот я все деньги вывожу и все. У меня не строится будущее, у меня не строятся деньги на цель, нет. Деньги на цель строятся дальше автоматами, потому что все те, кто под Анечкой, под Юрой, под Олегом, все три уровня, они к вам будут вылетать бизнес-класс, ваш этот тренар, на автомате. Вы за этим следить не будете. Получается дальше. Если у нас три кабинета, это уже не 50 долларов. Если мы понимаем, что, допустим, даже мы вошли первым кабинетом, наша Аня, она по трем ссылкам также регистрировалась. Оплатила она, к примеру, сразу один. Но потом из заработанных денег она оплатит второй. И то же самое будет с Юрой и с Олегом. То есть все вот эти оплаты, они проходят у вас и во втором, и в третьем кабинете. Отзеркаливаются команды. То есть одни и те же люди во втором и третьем кабинете. Но для вас это отдельно, да, формирование по 50 долларов. Вот на втором кабинете 50 долларов. На третьем кабинете 50 долларов. Друзья, сколько раз это произойдет в день? Это зависит от вашей личной активности. То есть вы ставите 4, 5, 6, 7 и так далее. И от активности тех людей, которые подключились к вам. Потому что они все будут приходить к вам реинвестом. И реинвест будет попадать к вам в ваш тройник. А реинвест это значит 25 долларов. Да? Поэтому здесь такая ситуация, если у вас быстро строится команда и вы сам активен, то вот этот тройник будет крутиться много-много раз. Сколько раз в день, неважно, сколько раз вот так вот произошло, деньги на счету выводим и тратим. Не происходит никаких действий в команде, вы не работаете, денег, соответственно, нет. У нас не финансовые пирамиды, мы не говорим людям, что принеси свои 25 долларов, ничего не делай и зарабатывай там 1% в день. А такого нет и не будет. И вот такие темы, они, как правило, долго не живут, потому что все приходят и, собственно, ждут, да? Ну, а другие начинают приглашать и получают за это 10% реферальных. У нас 100% реферальных денег. 100%, услышьте, пожалуйста. Шикарная тема, в которой вы зарабатываете и на жизнь, и тема, в которой зарабатываются деньги на цель. Потому что бизнес-класс, он запускает все остальное, все остальные программы. Бизнес-класс, он при накоплении 50 долларов запустит зодиак. То есть сюда вылетают партнеры на автомате, накапливают деньги автомат и активируют зодиак тоже автомат. 50 долларов сактивировался, зодиак сактивировался вот, собственно, вот с такой вот доходностью. Причем у нас нет в бизнес-классах никаких потолков. У нас каждые вот эти классы, по которым, которые автоматизируются один друг за дружкой, они еще и реинвестируются. Это бесконечность, никаких совершенно нет потолков, что вот здесь, что вот во всех остальных классах. Бизнес-класс накопил 250 долларов, запустился элит-бизнес. А все остальные 615 долларов, по 30 долларов, по 10 долларов, они будут прилетать к вам на кошелек на вывод вот с этого класса. То есть здесь будет на вывод, из бизнес-класса уже пойдут деньги на вывод, когда запущен зодиак элит-клуб. Элит-бизнес. Элит-бизнес запустит, когда к вам сюда два партнера прилетят. Это такой же тройник, как и первый, только с доходностью более высокой. Элит-бизнес запустит премиум-класс. Потом, когда сюда будет прилетать ваш тройник, люди, реинвестом ваши партнеры, да, личники ваши сюда будут выходить в элит-клуб, в элит-бизнес, они будут все на вывод эти, по 250 долларов. Уже не по 25 долларов, а по 250 долларов. Премиум-класс запустился с двух партнеров в элит-бизнесе. Премиум-класс накопил 2500, запустился элит-премиум. Остальные 7500 на вывод пойдут деньги. То есть вот таким вот образом открывается, один класс открывает другой начальной суммой, далее все остальные деньги идут на вывод, далее реинвест, и заново эта программка запускается. Элит-премиум запустит VIP-класс,
когда здесь два партнера прилетят, 2500 долларов, $2500, они запускают VIP-класс. Далее по $2500 будут приходить на вывод. VIP-класс не запускает ничего, потому что вот эта программа, она запускается в ручном режиме по желанию. А VIP-класс, когда сюда приходят партнеры на первый, на второй, на третий уровень, все эти деньги будут приходить на кошелек на вывод. Да, это работа. Да, это серьезная работа, но если мы сейчас с вами посмотрим тактику работы цифр, да, собственно, осталось только людям начать так действовать. Кто-то действует, кто-то сидит, наблюдает. Это как бы, ну, как говорится, ничего не исключено, мы все разные. Просто мы вам показываем возможность, а вы уже делаете для себя выводы, действовать ли по такой возможности или нет. То есть у нас одинаковая программа. Бизнес-класс – это тренар. Премиум-класс – это тоже тренар. То есть 3-9-27, сюда будут полетать партнеры. 39 партнеров вот здесь вот вылетят, да? 39 они вылетят в премиуме. 39 вылетит вот здесь вот партнеров. И это не просто вылет партнеров, да, это деньги вылетают. Либо в накопление, да, чтобы открыть следующий класс, либо на кошелек, на вывод. И получается, что вот эти все классы, они открываются одной и той же командой, которая строится вот в этом классе. То есть мы здесь строимся, мы получаем деньги на жизнь, на вывод, и автоматы далее делают все остальные более шикарные источники дохода. Ну, с доходностью, я думаю, вы видите какой, да? То есть первая цифра – это только расчет по одному кабинету. Вторая цифра – это три кабинета. Три кабинета. Вот так вот оно все запускается, да? Есть стратегии работы в каких-то, ну, командах другие, да? Мы работаем стратегией входа за $25. Если, например, у человека есть три кабинета, он уже может приглашать сразу на три кабинета за $75. Если у него они активны. Мы сейчас посмотрим, как сделать так, чтобы они были активны. Но изначально я хочу вам показать, что такое работа вас как активного наставника и что такое помощь своей команде, что такое переливы в бизнес-классе. Такое любимое многими слово – переливы. Вот переливы, они у нас есть в бизнес-классе, ну, соответственно, они дальше будут там, в премиуме, да, то есть в тренарах переливы. И переливы есть в спутнике, потому что там бинарное построение. Вот если вы приглашаете трех людей, они пригласили своих двух, они к вам пришли на первый уровень. Вот этот вот тренарчик, мы его рассматриваем вот для этого партнера, то есть это его тренар. Вот это его три личные наставника, да, верхние оплиния. Вот ваши троицы, когда пригласили двух партнеров, они к вам прилетели вот в этот вот уровень. Это по $5 сначала в накоплении, чтобы открылся зодиак. И открылся элит бизнес. Далее это будет все на вывод. Смотрите, вот эти три партнера, но если вы пригласили 4, 5, 6 человека, и эти 4, 5, 6 дали вам 100% денег за рекомендацию на вывод, и получается 4, 5, они приходят на вывод, да, то есть это два места в нашем тройничке. И получается следующее, когда эти люди пригласят двух людей, продадут им бизнес-кейсы, продадут бизнес-кейсы двум людям, они придут в ваш тренар. Причем они придут на свободное место слева направо. Сверху вниз, слева направо. Вот на этой картинке здесь свободное место вот это. То есть ваши личники приходят к вам сюда. Но это к вам на третий уровень. Это для вас $30. Если открыт бизнес и элит-бизнес, зодиак и элит-бизнес, значит это на вывод деньги. Если нет, значит, это в накоплении, чтобы открыться и вылететь по этим классам. Но вот для этого человека это тоже партнер, у него в тренаре. То есть вот его тренар, вот так формироваться будет. Это для него в его тренаре партнер, которого дали вы, получается. И это для него $5. Вот для этого человека это второй уровень. Это второй уровень. И для него это $10. То есть для этого человека вот будет его тренар. Вот таким вот образом. Понимаете? А для вас это третий уровень. То есть получается, что мы выталкиваем друг друга по классам. Выталкиваем по классам. Вот это называется помощь, классная помощь команде, да, когда вы, как активный наставник, не останавливаетесь на трех людей, на трех людях и не ждете, когда они начнут, допустим, простраиваться. Здесь вообще не нужно ничего ждать. Это бизнес, которым продвигается бизнес-кейс. Все, я продвигаю бизнес-кейс с классной ценностью.
с классной ценностью, которая развивает интернет-предпринимательство, которая дает возможность товаром поработать, если хочется, которая дает без денег, да, программы, софт в библиотеке. И, собственно, вот такие вот как бы вещи, да, классные. А теперь давайте мы с вами посмотрим вот на этот слайдик. Это для многих любимое слово «инвестиция». Это такое слово, которое, вы знаете, в интернете еще нужно поискать хорошие инвестиции, на самом деле. Потому что все остальное – легенды хайпа. Очень красивые легенды, да. Ну, допустим, вот, допустим, да, вы положили на инвестицию $25. К примеру, такой депозит. Вы, конечно же, не ждете, когда у вас 1% в день, да, у вас этот депозит только вернется через 4 месяца, вы эти деньги только вернете, да. Вы, конечно же, идете приглашать. Все почему-то а-ля инвесторы звонят и приглашают, и говорят, я тебя зову на пассив. Слушай, а ты что делаешь? Ты занимаешься работой, ты работаешь, ты приглашаешь. Какой пассив? Ну как же пассив, вот ты положил деньги, тебе капают деньги. Ну это капают слезы, понимаете? А поэтому они все идут приглашать. И приглашают, имеют за реферальное максимум 20% с первого уровня. И, к примеру, они пригласили 39 рефералов в первую линию. По $5 это $195. И, к примеру, их рефералы 39 пригласили по 3 человека. 117 человек, получается, вы со второго уровня лично заработали еще $146. То есть, получается, это следующее, $341 вы заработали вот как бы с такой простройки. Первый уровень 39 и второй уровень еще умножаем на 3. Да? Они пригласили по 3 человека, к примеру. То есть мы делаем такой расклад. А теперь давайте смотреть, что будет, если вы приобрели бизнес-кейс за $25 и продвигаете этот бизнес-кейс. Вы получаете 100% реферальных денег. 100%. Когда вы пригласите в первую линию 39 партнеров, то ваш тройничок прокрутится 13 раз. И для вас это $600. При всем при этом еще и там заработан будет у наставника, да, потому что у вас будет реинвест. Для вас заработано $600. Посмотрите, пожалуйста, разницу. Вот эту и вот эту. А если еще ваши люди продвинули бизнес-кейс трем людям, то для вас еще $650. Это только в золотом тройнике. Только потому, что они к вам вылетят в золотой тройничок. Но они к вам еще и повылетают в класс бизнес, который закроется и принесет вам вот такие вот деньги. У вас запустится зодиак или бизнес запустится. Посчитайте, пожалуйста, 1250 и 565. $1800. Я думаю, что для вас понятна, да, разница $341 и разница $1800. Друзья, давайте мы будем с вами, если уж мы в бизнесе, ну, смотреть вообще цифры, да, потому что бизнес – это цифры и стратегии. Стратегию выхода, да, допустим, на колоссальные деньги я вам сейчас покажу по следующим слайдикам. Но даже вот основываясь вот на этом слайде, ну просто, знаете, встают волосы дыбом, собственно. Что делают люди, насколько они тратят свое время и что лично они получают. Смотрим стратегию работы, когда мы активируем один кабинет и из заработанных денег активируем второй и третий. Вот этот расклад, он дан при следующей стратегии. 3 партнера в первые 3 дня работы. И так касается каждого партнера в вашей команде. 3 партнера за $25 на активацию тройника в течение первых 3 дней. Ваша трешечка делает то же самое в течение следующих 3 дней. У вас уже заработано $40 и открыт бизнес-класс. Их люди, 9 человек, в течение следующих 3 дней делают то же самое. Приглашают свои 3 партнера за $25. Для вас лично еще плюс 50 на вывод. Для вас лично накопление в бизнес-классе. Уже открыт будет зодиак, спутник будет открыт. Это отдельно как бы у нас расчеты. На следующие 3 дня к вам еще с тройника $50. К вам заработанных денег с бизнес-класса 615. Это только расклад в одном кабинете. Да? Вот в одном кабинете вот такая вот стратегия. И на 18-й день для вас лично заработано на вывод $1960. Ваши 3 личника заработают на вывод $1300. Их 9 человек заработают выведенных денег $750. Те люди заработают, их люди, уже по $90.
И при всем при этом у всех пооткрывались классы. И идет дальше, естественно, работа на автомате. То есть запускались классы, пооткрывались классы, формируется дальше бизнес вообще сумасшедшей геометрии. А это вот при работе в течение 3 дней. Представьте, что это в течение недели. Каждый пригласил 3 партнера на бизнес-кейс за $25. Это 6 недель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 недель. А через 6 недель, то есть через 1,5 месяца у вас $2000 выведенных, и у вас запущен колоссальный механизм, который на 7-й неделе, еще неделя пройдет, плюсом вам еще даст $8000 на вывод. Понимаете? Все настолько просто, вот все гениальное просто. Да? А вопрос в том, что кто делает так, кто не делает. Мы даем вот эту идеальную модель, чтобы вы могли понимать, да, а что можно сделать в этом бизнесе, что можно заработать в этом бизнесе. А теперь давайте посмотрим, опять же, да, ту стратегию, когда мы на 6-й день из вот этих вот заработанных $25 пускаем на активацию 2-го кабинета. На 9-й день мы $25 пускаем на активацию 3-го кабинета. И наши партнеры, они делают те же самые действия. И вот при вот этой стратегии за 24 дня, если в течение 3 дней, да, идет приглашение, обязательное приглашение, 3 партнера, тогда ваш доход $31815. При всем при этом люди заходили очень доступными суммами. Это не $200, не $2000. Не нужно бежать куда-то кредит брать, ребят. Это просто настолько смешные деньги, которые дают классную продуманную систему, очень мудрую, проверенную, отшлифованную. Делайте выводы, да, то есть вы с первого только аккаунта на 1-м кабинете у вас будет выведено $18535. На 2-м аккаунте, так как он позднее запустился, да, вот за 24 дня будет выведено $11320. На 3-м аккаунте он опять же запустился только на 9-й день работы. За 24-й день будет выведено $1960. И при всем при этом ваши партнеры тоже будут зарабатывать. Это не то, что зарабатывает один только верх, да, одна верхушка. Нет у нас вообще никакого единого кошелька. У нас есть свои счета у каждого. Понимаете? И как только деньги на кошельке на вывод, выводим. При всем при этом дальше работает бизнес. Колоссальная система, вот есть просчет, опять же, если все заходят 3 сразу, да, активациями, то есть 3 золотых утроителя по $75, это на 18-й день, либо на 6-ю неделю, если стратегия, в неделю 3 партнера, $6000, это если сразу они активируются, а не в процессе, как вот я вам показала, на 6-й и на 9-й день, это если сразу прошла активация. То есть, ну, делайте выводы, дамы и господа. Я говорю, люди настолько привыкли к тому, что деньги нужно зарабатывать сложно, деньги нужно зарабатывать тяжелым физическим трудом, как правило, да, а можно просто-напросто включить голову, понимаете? Включить голову и нести это шедевральное творение на просторы интернета простым людям, простым, у которых нет больших денег для открытия бизнеса. Люди, которые готовы развиваться, потому что здесь нужно будет развиваться и учиться нужно будет. Те люди, которые понимают, что в их жизнь придут деньги, только если они развиваются. Это прописная истина, ее не нужно доказывать, понимаете. Послушайте любых миллионеров, любых людей, которые достигли в жизни каких-то хороших результатов. Это все лидеры, которые развивались. Вот это наша накопительно-подарочная система, это плюсом к тем деньгам, которые я вам показала. Это система, которая имеет переливы, да, опять же, люди имеют, потому что выстраивается она в 2 уровня по бинарному принципу, 7 уровней. И когда человек занял местечко, он занял местечко. То есть кто первый стал, того и тапки. Поэтому очень часто сразу его прокупают. К нему уже будет прилетать даже параллельки, даже с параллельных команд. И вот это все выстраивается, 254 партнера выстроилось, деньги вам на кошелек, это только в 1-м кабинете, да, умножаем на 3, это если 3 кабинета, спутник в 3 кабинетах таким образом сработал. Там отдельное накопление, отдельный счет. И вот такие вот подарки, да, куча к деньгам. При всем при этом в процессе запускается тариф 100, если вы его сами самостоятельно не запустили. Вот такие вот деньги заработанные, на выбор подарки. А при всем при этом запустится тариф 1000, если опять же вы его не сактивировали заранее и не заняли, скажем так, очередь, да? Очередь за машиной, за автомобилем.
Toyota RAV4 будет в подарок вот к этим деньгам. И еще сейчас Kia Sportage, если я не ошибаюсь, у нас вторая машинка, вот добавится новость на сайте. То есть, ну, в общем-то, дело, как говорится, за нами, здесь нам никто не ограничивает, нам не говорят, что это промоушен, да, делайте это за месяц, иначе ничего не получите. Нет, все получат, те, кто идут. Все идущие, да, скажем так, получат, все думающие, уже на сайте, спасибо, Лариса, ага. Вот, поэтому это не кредит, это никакая не автопрограмма, да, здесь нет такого, понимаете, это не, нет необходимости... Вы знаете, сломя голову, там, как говорится, с выпученными глазами побыстрее, вот побыстрее. Конечно, побыстрее это будет для вас, вы будете ближе, да, к автомобилю, но не поджимают сроки. Не поджимают сроки, и люди работают комфортно, понимаете. Им не говорят, что вы вот, вам, знаете, вам машину, вы сейчас вот поработаете, да, вы вот сейчас, когда отработаете машину, тогда она, собственно, у вас будет в вашем видении, как очень часто автопрограммы, да, в компаниях срабатывают. А если у тебя стали невозможные условия для тебя лично, а потом компания начинает лавировать своими маркетингами, когда людей подсадили на различные программы по жилью, да, на программы автомобильные, они потом просто творят, что хотят. И человеку выхода нет. Он будет землю рыть, но он будет развивать эту компанию, чтобы не лишиться наполовину отработанной квартиры или наполовину отработанного автомобиля. Поэтому таким образом, те люди, которые даже начинают работать со спутника, они будут автоматом переходить вот в эти программы. Будет спутник их активировать. Но еще раз повторюсь, у нас свои стратегии, да, и наша команда работает с золотого утроителя, потому что спутники, ну, здесь не будет денег на вывод, на жизнь, да. А мы понимаем, что людям... так приятнее работать, когда они могут вывести денежку сразу, да. Вот эти вот орбиты, это зодиак, это тоже отдельно к тем деньгам, которые я вам показывала по стратегиям 3 дня, неделя. Это те денежки, которые формируются отдельно, это бонусная пассивная программа, которая 12 раз дает по $20, это бронзовая, да. А далее она запустит серебряную и продолжать будет давать вам 12 раз по $20. Серебряная будет давать 12 раз по $100 на вывод, на кошелек все эти деньги. И она запустит золотую, причем дальше будет продолжать давать 12 раз по $20. То есть бесконечно, как я вам сказала, колоссальные программы, в которых нет никаких потолков. И самое, что интересно, нам абсолютно выгодна любая глубина и любая ширина. Поэтому, когда вы рассматриваете какие-то предложения, ну, всегда смотрите, да, собственно, сколько уровней захватывается. Если это 7 уровней, вопрос. Если человек пришел на 8 уровне, очень активный, он пройдет мимо. То есть деньги эти, которые могли бы получить вы, будь он там, допустим, на 1-м, на 2-м уровне, они пройдут мимо вас. Вопрос, а где же тогда MLM, да? То есть мультилевел маркетинг, то есть многоступенчатый маркетинг. А где тогда, собственно, мои деньги, да, если многоступенчатый? Многоступенчатый – это не 7-ступенчатый, то есть на то пошло. Зато все говорят, что у нас MLM, да? Вот таким вот образом. Платиновая запустит бриллиантовую орбитку, здесь будет 12 раз по $10,000. Будет продолжать крутиться бесконечно золотая, серебряная, бронзовая. И таким вот образом, да, смотрите, какие выходы. Даже если это пройдет, вы знаете, не за полгода, даже если это пройдет за год, за два, за три, посмотрите, какие деньги. Где, на какой работе, работая на земле, можно зарабатывать вот такие вот суммы. Покажите мне, пожалуйста. При всем при этом, не имея какого-то блата, да, не имея богатых родственников, нефтяной скважины на огороде. Это шанс для людей изменить свою жизнь в лучшую сторону. Это у нас есть просчет также по зодиаку, если люди на зодиак заходят. Не буду я на этом подробно останавливаться, могу сказать только следующее. Что вот это, скажем так, те мечты, которые волнуют большинство людей. Любой нормальный человек хочет жить лучше. Он хочет более качественный автомобиль, он хочет более качественное жилье, он хочет более качественное медицинское обслуживание. Вопрос, хочет ли он что-то делать для этого, или он ждет манны небесной, да, с потолка. Или же он бежит в различные проекты, куда зовут, да, мы стартуем, ура, закидывай 10 баксов, и будет тебе счастье. Делать ничего не нужно. А потом в итоге выясняется, что ты просто-напросто просадил эти деньги. Либо нужно делать, да, приглашать людей, но ты закидываешь туда 10, туда 5, сюда 30, сюда 12. И во всех этих темах ты выстраиваешь команды.
И они будут совершенно разные во всех этих темах. А может быть, лучше сосредоточиться на одной достойной, в которой выстраивается одна и та же команда, и открываются автоматом 14 источников доходов, которые предполагают вот при нашей той стратегии, да, в течение там, ну, 3 дней, то есть вот при этой стратегии только с одного кабинета 144 тысячи долларов на 30 день. Трех кабинетов 433. Я еще раз повторюсь, все разные, но когда мы подключаемся к какой-то теме, как бы нужна математика, нужна стратегия, нужен бизнес-план. И когда разговариваешь, спрашиваешь, а покажите свою математику, сколько нужно пригласить, чтобы те пригласили, что получаю я и что получают мои партнеры. Вот я вам на данной встрече это все разобрала. Вы, конечно же, можете обратиться к вашим приглашенным, и это даже будет лучше, если вы в личке пообщаетесь. Непосредственно вопросы, да, вопросы поразъясняйте, свои какие-то моменты. Вы проясните те вещи, которые, допустим, вам сейчас стали непонятны. Потому что, конечно же, я жду от вас вопросов сейчас в чате. Но я знаю, что, ну, не с особым удовольствием новички как бы пишут вопросы. Либо стесняются, либо хотят еще где-то поразбираться на записи. Потому что у нас очень много записей. Если вы чувствуете, что это ваше, а человек принимает решение за 3 вдоха и 3 выдоха, это, так говорят тибетские ламы, это когда интуитивно тебе подсказывает, нужно тебе сюда или не нужно. Тогда вы берете 3 ссылки вашего пригласителя, регистрируетесь 3 кабинетами, активировать можно 1 сначала. Приглашаете 3 партнера, можно и нужно больше, обучаетесь и действуете одновременно. Снимаете деньги и начинаете, собственно, себя благодарить за то, что я такой хороший, да, замечательный, не прошел мимо такой классной возможности. Поэтому задаем вопросы. У всех у вас наверняка есть какие-то свои, да, занятия, там, проекты и все прочее. Что я здесь делаю, да, вот в этом проекте? Отдаю ли я отчет, когда у меня будет действительно та сумма, которая мне нужна? Зачем она мне, собственно, нужна? Да, вот четко понимать свои цели. Просмотреть, да, проанализировать то, что я вам сейчас показала, действовать и присоединяться к активной команде и действовать, да, зарабатывать. Потому что если вы сейчас на этой встрече, значит, все-таки что-то вас волнует, значит, вам не так комфортно там, где вы находитесь. Значит, вы, может быть, не видите перспектив, да, в своем бизнесе, не получаете то, что обещалось. Либо получать вы будете потом, когда-то, то есть у вас все что-то копится, копится, а вы денежку реально в руках подержите только когда у вас там, знаете, несколько уровней прокуплено там и все в этом роде. Начните свою историю успеха сегодня. Команда спецназ МЛМ ждет вас и ждет вас действительно с продуманной и очень мудрой темой. И что бы я сейчас ни говорила, естественно, как говорится, выводы и решения, оно у каждого верное, да, на данный момент жизни. Может быть, нужно еще по хайпам походить, да, может быть, нужно еще раз побиться в закрытые двери, прежде чем вообще оценить себя и начать оценивать себя на 100%. Какие есть вопросы, друзья, задавайте, я закончила. Если есть вопросы, пишите здесь в чате. Если вы не хотите писать, обращайтесь к человеку, который вас позвал на данную встречу. Он всегда будет у вас на связи все 24 часа в сутки, поверьте. То есть этому человеку будет интересно, чтобы вы зарабатывали деньги. Потому что только таким образом, ну не только таким, да, еще и таким образом будет зарабатывать он. Корпорация супер, да, Лариса, благодарю тебя, благодарю, дорогой наставник, за вот эту, скажем так, на первых началах показанную возможность. Угу, благодарю, Настя. Ребят, есть ли какие вопросы у Владимира, у Алексея, у Татьяны, у Юрия? Пишите, не стесняйтесь. Я знаю, наверняка у вас очень много вопросов, потому что у нас люди очень зашоренные, как правило. А людям нужен, допустим, нужны коктейли, чтобы их выпить, да, нужны БАДы, чтобы их скушать, только тогда они рассматривают как серьезный бизнес. Но они забывают, что есть продукт, который развивает мозг, есть продукт, который имеет другие ценности, да, уже второй раз и все понял. Отлично, Владимир, замечательно, я очень рада. Приветствуем вас, приветствуем, скажем, уже непосредственно, наверное, партнера фактически, да. Вот, поэтому делайте выводы, и я вас благодарю всех за внимание. Идем дальше, занимаемся, пока трудно все одним махом переварить новичку. Да, нужно взять материалы, нужно еще походить на встречи, я жду вас в 7 часов, будут несколько другие слайды, может быть, как-то жетончик, он провалится еще как бы
еще глубже, да? Так, ну, замечательно, вопросов, наверное, нет, я так понимаю. Вопросов нет, я рада, что вы были вместе с нами. Я рада была общаться с людьми, которые открытые, которые любят интернет, которые понимают силу интернета. Два аккаунта, а на третий дочь надо. И можно ли мне взять? Я взяла два аккаунта, а третий дочь надо. И можно ли мне три взять? Вы регистрируетесь, и у вас в каждом из трех аккаунтов будут, в принципе, ваши одинаковые данные, кроме логина. Не захотите вы отдадите дочери этот аккаунт, но это как бы ее дело. Только дело в том, что те партнеры, которые у вас выстраиваются на первой команде, они у вас будут и на второй, и на третьей. То есть какая, в принципе, разница? Тогда уж если дочь собралась работать, пусть она подключается полноценно как партнер. Угу, все супер, спасибо, Наташа. Пусть полноценно встает как партнер, если она хочет работать. А так, в принципе, вы знаете, у вас действия одни и те же, у вас нет большей нагрузки с этими тремя аккаунтами, потому что люди одни и те же. И аккаунты, они прокупаются, в любом случае, это нет никакой дополнительной какой-то нагрузки. Угу. Будет, значит, пусть она регистрируется к вам, как ваш личник, и все. И вместе действуете, это очень здорово, когда семейный подряд, это классно. Ну все тогда, побежали дальше, да, пошли, как говорится, поработаем, потрудимся, точнее, не люблю это слово, и присоединяйтесь, все, кто, для кого сейчас эта информация близка. Всем до свидания, в 7 часов жду вас на презентации с вашими кандидатами.